Горожане научились жить в условиях непростой эпидемической ситуации, а потому можно сказать, что в штатном режиме живем и работаем все мы, в том числе и объекты почтовой связи. Маски, перчатки, антисептик стали привычным атрибутом каждого оператора. Средства индивидуальной защиты выдаются в служебном порядке за счет предприятия. Кроме того, администрация заботится не только о специалистах отделения, но и о большом штате почтальонов, которые обслуживают население на дому. Мы также обслуживаем и клиентов, которые находятся на изоляции, контакт первого уровня, также клиентов, которые уже и болеют, но находятся на домашнем лечении. В этом случае согласовывается время обслуживания такого клиента, и почтальону выдается индивидуальный пакет средств защиты, который он непосредственно перед входом в квартиру или в дом клиенту одевает плащ, у него очки, все для того, чтобы могли защитить своего работника. За рабочий день почтовое отделение посещает около 500 человек. Соблюдение санитарных норм здесь контролируют. Напоминают о введении масочного режима и необходимости его выполнения. Просят держать дистанцию. Защитить здоровье – общая цель, которой должен следовать каждый. А потому возмущение или недопонимание со стороны посетителей встречается крайне редко. Как без этого? Здоровье надо беречь и самому, и другим. Надо же соблюдать все, что предписано. Так что все нормально, без проблем. Понимаем всю сложность обстановки, и, конечно, мы стараемся соблюдать все. Принимать эти новые правила было нетрудно, привыкли, нам хорошо. Для сокращения очередей в отделениях почтовой связи установлены платежно-справочные терминалы. Здесь можно оплатить некоторые услуги, а значит свести к нулю контакты с другими людьми. Но все это не играет большой роли, если не соблюдены санитарные нормы. Наши клиенты идут нам навстречу, обслуживание приходит в масках. Иногда мы приходится напоминать клиентам, чтобы они надевали маски. Они также могут приобрести маски у нас в отделении. У нас есть широкий выбор и одноразовые маски, и многоразовые маски. При входе в отделение в зал обслуживания отделений у нас всегда есть антисептики. Наши клиенты всегда обрабатывают руки, так что и всегда соблюдают социальную дистанцию. Слоган республиканского унитарного предприятия «Белпочта», который гласит «Быстрота, надежность, доступность», можно смело добавлять еще одно. Безопасность. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.